Всех приветствую. Сегодня очередная серия «Мост Бастай». Посмотрим опять же обрезанные скалы. Вот здесь отчетливо видно, немножко наискосок, как дисковыми пилами все обрезано. Ну, предположения, версии разные. Вот тут, например, в комментариях, слава богу, что у меня нету в данное время отрицательных комментариев. Все адекватные люди пишут, за что огромное спасибо. Некоторые комментарии вообще просто прекрасные. Тут вот, например, Иван выдвинул версию, что это карьер. И Стрикер вообще пишет такой длинный довольно комментарий. Очень четкий, понятный и даже по времени расписывает. То есть человек даже еще потратил время, чтобы это все поминутно просмотреть и прописать. За что огромное спасибо. Тоже очень интересно, что я и предполагаю, возможно, был когда-то карьер. А потом уже какое-то строение использовались. В общем-то, одна матрица использовала в качестве карьера, а другая матрица уже использовала по-другому. Но нынешняя матрица уже совсем по-другому. В общем-то, как-то так. Кстати, Иван предложил мне помощь в покупке квадрокоптера. За что, Иван, огромное тебе спасибо. Честно говоря, от души прям спасибо. Но я так понимаю, что в Германии с квадрокоптером не все так просто, потому что многие объекты я не нахожу просто съемок с квадрокоптера и подозреваю, что там съемки подобные запрещены. Поэтому у меня в планах все-таки купить в первую очередь хорошую камеру, стабилизатор, оптику и микрофон. По моим подсчетам, конечно, это где-то 2500 евро будет стоить, обойдется мне. И когда я это насобираю, ну, надеюсь, в скором будущем все-таки моя мечта сбудется, и я начну снимать все это, то, что я снимаю, уже в качестве другом. И, соответственно, будет намного приятнее все это смотреть. Ну а для того, чтобы понять, что это был карьер, смотрите все части, и Бастай, и Кёнигштайн. Вот, например, на Кёнигштайне вы тоже видите, и потом я панорамно тоже снимаю, специально вставляю вот эти видео с квадрокоптера, чтобы это было все видно. И это отчетливо видно, что это был карьер, и даже Эльба изогнута, если там, допустим, местами просматривается, что как роторный экскаватор копал. Ну а вот эти вот плато, не что иное, как остатки предыдущей поверхности земли. Ну, на этом, пожалуй, я сейчас поставлю музыку. Смотрите дальше сами. Где-то будет оригинальный звук. Приятного просмотра. Всем пока.
чего я был сильно удивлен, что даже здесь, на мосту, в горах, до такой степени есть люди в рабском состоянии находятся, что даже тут носили маски. Это, ну, у меня просто нету слов. Здесь отчетливо вижу обрезанную, причем, ну, с двух сторон я точно просматриваю это. Думаю, вы это тоже видите, ее как обрезали. Интересно, не правда ли? Кого-то в мягком состоянии когда-то взяли и отрезали по обе стороны. Просто потрясающе. Причем на другой стороне я вижу повсюду такое же, как будто бы когда-то это обрезалось в таком мягком состоянии. Ну, надеюсь, вы это все видите тоже. Очень интересно, не правда ли? Ну, вот с этой стороны, противоположной, вроде бы ничего такого не вижу. Вижу Эльбу, там лодочка плывет. Довольно далеко. Здесь все вроде как бы нормально, временем объедено. Подошел еще раз к этой поближе скале, чтобы более ее тщательнее рассмотреть, но, к сожалению, деревья этого не позволяют.